пришлось вам с войной подружиться. Гимнастерки пришлось надевать, пришлось вам с войной подружиться. Русский бы выучил, как Маяковский говорит. Зато, что им разговаривал. Но они не помнят, так. Здравия желаю, здравия. Вот это наши защитники, а я уже следующее поколение. Защитники, их деды, бабушки, прадеды. Вот кто защитник настоящий. Они сложили свои головы, они добились этой победы. Для вас жизни своей не жалели. Вы знаете, сколько миллионов погибло людей. Это ваши деды, бабушки, прадеды. Вот они главные победители. А я самый молодой участник войны. Мне через несколько дней было 90 лет. Самый молодой. Но я принимал участие. Я принимал участие уже только когда наступал. А главное было то, от западной границы отступались, попадали в плен, выходили из плена и снова били немцев. И задержали под Ленинградом, под Ленинградом. Вот они победители. Помните их? Thank you.
отмечать самый великий для россиян праздник – День Победы. И несмотря на то, что этот день все дальше и дальше уходит в глубину лет, эта далекая, но такая близкая победа навсегда остается в наших сердцах. Сегодня остается все меньше людей, которым мы можем лично сказать огромное спасибо за ваш подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие поколения чтили и уважали этот день и все, что за ним стоит. Вот и сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. И сегодня всем истинным патриотам будет преподнесен настоящий подарок от Союза десантников России по Свердловской области. Внимание! Под знамена России и Союза десантников России по Свердловской области прошу встать. Знамена внести. Командующего Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Алексеевича Устинова. Уважаемые ветераны, наше будущее и настоящие, я специально не разделяю слова ветераны, объединив и ветеранов войны, и ветеранов труда, потому что в такой кровопролитной, длительной войне невозможно было победить без массового героизма всего народа, без подвига как на фронтах, так и в тылу. Я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, с очередным нашим самым любимым, самым патриотичным праздником. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Будьте как можно дольше с нами, радуйте нас, участвуйте также вместе с нами, с вашими сыновьями, с вашими внуками в воспитании вот этого будущего России, без которых не будет России, без этого воспитания не будет России. Не будет той России, которую мы хотим, за которую погибали наши отцы, деды и продолжают погибать наши товарищи. Будьте всегда рядом с нами, участвуйте в этой работе, долгих вам лет жизни и всего самого-самого наилучшего. И мне хочется сказать огромное спасибо за приглашение на это мероприятие, прежде всего моих товарищей, однополчан, воинов, интернационалистов, которые, не покладая рук,
не считаясь ни с чем, участвует вот в этом нужном для всего государства мероприятии патриотического воспитания. Не будет патриотизма, не будет государства. Большое вам спасибо. Всех с наступающим праздником. Спасибо вам за теплые слова. В этот день мы чувствуем мужество, отвагу и героизм наших бабушек и дедушек. Пусть их пример всегда вдохновляет представителей нашего молодого поколения на самые великие поступки. И пусть патриотизм в вашем сердце будет гореть так же ярко, как и в их сердцах. И сегодня, дорогие наши ветераны, дорогие гости, для вас выступают наши маленькие артисты, наши юные патриоты. Танцевальный коллектив «Созвездие» «Калинка». Победа любви и патриотизма над алчностью и жестокостью. И хочется, чтобы каждый малыш, и из тех, которые присутствуют за кулисами, и из тех, кто находится в зале, и из тех, кто вообще смотрит по телевизору, чтобы каждый знал, наша Родина – это Родина великого и непокоренного народа.
Приветствуйте на этой сцене заместителя председателя Екатеринбургской городской думы Виктора Николаевича Тестова. А по какому каналу? Добрый день. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны. Я от всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Праздник 9 мая по-прежнему остается ярким символом доблести, несгибаемой воли и духовного величия нашего многонационального народа. Эта священная дата навсегда вписана в героическую летопись нашей страны. А суровые уроки минувшей войны не теряют своей актуальности и в настоящее время. На сегодняшний день историческая память о событиях тех грозных лет является лучшим предостережением против повторения трагических ошибок прошлого. В условиях сложной международной обстановки мы будем решительно противостоять любым попыткам исказить великое значение бессмертного подвига наших солдат, отдавая дань уважения всем тем, кто на полях сражений отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины. Низкий вам поклон за ваше мужество, за силу духа, за самоотверженный труд во имя Великой Победы. Здоровья вам, мира и благополучия. Спасибо, Виктор Николаевич. А сейчас для вас ученица 7 класса школы номер 97 Октябрьского района города Екатеринбурга Анна Долинская исполнит песню «Ах, эти тучи в голубом». Yeah.
нападения. Уважаемый заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Алексеевич, Евгений Павлович, Виктор Николаевич, дорогие участники торжественного мероприятия, ну и самые желанные, дорогие, это ветераны Великой Отечественной войны, которые дали нам возможность собраться в этом прекрасном зале нашего Дома офицеров. 1418 дней длилась война. Было горькое отступление. Были потери. Но, как пружина, только дружба народов Советского Союза, умелое руководство и народным хозяйством вооруженные силы позволило преодолеть и освободить не только территорию Советского Союза, но и многие государства Европы. Такая возможность собираться, что характерно для города Екатеринбурга, для всей Свердловской области, мы все дни воинской славы, памятные юбилейные даты проводим вот в таком формате. Наряду с умилёнными сединой ветеранами, тружениками тыла, ребята, которые прошли, выполнили свой долг более чем в 30 государствах мира, в присутствии студенческой молодежи, ребят, наших учащихся. Это ли не пример преемственности поколений? Я обращаюсь к молодежи. Не надо искать в учебниках, кому подражать. Они среди вас, среди нас, жителей города и нашей Свердловской области. Всемирно известный подвиг уральцев Молотовской области, Челябинской, Свердловской области по формированию народного добровольческого танкового корпуса. А это наш региональный праздник, народный подвиг по формированию добровольческого танкового корпуса, и мы его отмечаем каждый год. Прекрасный земляк, дважды Герой Советского Союза Григорий Андреевич Речкалов. Наверное, мы будем отмечать 95-летие тоже нашего дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Петровича Одинцова. Да, мы празднуем 71-ю годовщину, но нам надо не забывать, что 22 июня, в День памяти и скорби, мы будем отмечать 75-летие годовщину начала Великой Отечественной войны. И что не сильнее будет Россия, тем дольше будет положаться над нами чистое голубое небо. 9 мая мы посмотрим, пройдут практически представители всех видов вооруженных сил и родов. Сухопутные войска, военно-морской флот. Ну и, конечно, Евгений Алексеевич, я не обижу, как замкомандующий все-таки украсит наш праздник этой авиационной составляющей. Пройдут 24 единицы, тех вертолеты, транспортная авиация, бомбардировщики, истребители-перехватчики МиГ-31. А если это разве не пример, наши воины, в том числе Центрального военного округа, выполняют свой долг в Сирийской Арабской Республике? Беспримерные подвиги. От имени областной организации ветеранов я поздравляю с приближающейся датой. Желаю всем, а в вашем лице всем жителям Свердловской области здоровья, благополучия. Здесь очень хорошо сказали ветераны, оставайтесь дольше с нами. Мы пытаемся впитать в каждое ваше живое слово. Вы очевидцы тех событий. Пожелать нашему правительству, президенту, чтобы все спорные вопросы решались дипломатическим путем. И над нашей планетой, чтобы чистое голубое небо. С праздником! Спасибо! Младшему сержанту запаса Гаязову Марату Фарисовичу присвоить сержанта запаса. Сержанту запаса Терлееву Андрею Геннадьевичу присвоить старшего и сержанта запаса.
Служу России, ВДВ. Один у нас не доехал сюда. Ничего страшного. И это еще не все. Награждается медалью за ратную доблесть Горюнов Алексей Александрович. Thank you.
Спасибо. Спасибо нашим молодым патриоткам. А я с большой радостью хочу пригласить на сцену президента общественной организации «Русский клуб» Ольгу Олеговну Сметанину. Добрый день всем присутствующим на таком замечательном празднике, посвященном Дню Победы. Дорогие, уважаемые, обожаемые ветераны, мне бы хотелось от лица общественной организации «Русский клуб» и от себя лично, от всей души поздравить вас с наступающим праздником «День Победы». Также бы очень хотелось поблагодарить организаторов данного праздника за оказанную мне честь присутствовать с вами сегодня в одном зале в такой прекрасной праздничной атмосфере. У меня двое маленьких сыновей, и мне очень приятно, что у них есть такой пример для подражания, как вы. Я уверена, что они смогут продолжить этот путь мужества, этот путь чести. Спасибо вам огромное. От души благодарю за все, что вы сделали во время Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, для молодого поколения и для будущего поколения. Спасибо вам огромное. Спасибо. А для вас поет Полина Истомина, учащаяся 3 класса школы номер 92. Встречайте нашу маленькую звездочку. Года при непосредственном участии Союза десантников России по Свердловской области и лично председателя общественной организации Евгения Тетерина в городе Екатеринбурге открылся единственный в своем роде спортивно-патриотический центр «Альфа». «Альфа» объединяет в себе все направления военно-патриотического воспитания, активные современные виды спорта, широкий спектр различных направлений единоборств. И сегодня курсанты центра «Альфа» на сцене. Встречайте!
курсанты спортивно-патриотического центра «Альфа». А теперь я хочу пригласить на сцену сводный хор школы номер 71 Октябрьского района. Песня «Должны смеяться дети». Thank you.
Спасибо нашим юным звездам. А я хочу пригласить на сцену еще одно молодое дарование. Вика Трифонова, гимназия номер 37. Все о той весне. Прошу, Вика. Тех событиях, которые с кровью вошли в нашу историю. Поэтому каждый шаг, каждое действие, каждое мероприятие, призванное сохранить и приумножить память о тех великих годах, достойны всемирной поддержки и самого глубокого уважения. Мы подходим к кульминации нашего сегодняшнего мероприятия. Я приглашаю на эту сцену председателя Союза десантников по Свердловской области, кавалера ордена Красной Звезды и медали за отвагу Евгения Павловича Тетерина. Этот вечер так, как и для ветеранов, и так и для вас. Сегодня мы хотим
сделать презентацию книги, которая вошла, я кратенько о ней расскажу. В прошлом году было у нас 70 лет победы. И родилась такая идея внести частичку памяти в то событие. Оля, у нас можно включить слайды, чтобы люди просто видели, что у нас идет? В эту книгу вошло самые знаменательные и памятные парады. Это 41-й год, 45-й год, юбилейные парады, в том числе и 70-я годовщина Победы. В эту книгу вошли все ветераны Великой Отечественной войны, труда и тыла, которые принимали участие в параде. Они все в нашей книге. Также в эту книгу вошли ветераны боевых действий и локальных войн, которые принимали участие в параде. Мы на сегодняшний день единственные, кто принимает официальное участие ветераны боевых действий в России. Сейчас уже второй год принимаем участие в параде. Также они обозначены такими. Так что, дорогие ветераны, вам подарок будет вручена каждому книга на память вашу семью. Также будут вручены книги каждой школе. И сегодня у нас в этом зале 652 ученика школ. Для вас сделаны памятные подарки каждому от Союза десантников России, чтобы вам запомнился этот праздник. Ну а сейчас, чтобы сильно не затягивать, и ветераны устали, у них чай уже стоит, кипит, ждет рядом за стеночкой. Сейчас бы хотелось бы поблагодарить директоров и завучей школ и вручить в каждую школу данную книгу. На сцену приглашаются представители школы номер 53 Октябрьского района. Пожалуйста. На сцену также приглашаются представители школы номер 62 Октябрьского района. Пожалуйста, поднимайтесь побыстрее. Также на сцену приглашаются представители школы номер 92. На сцену приглашается школа номер 96 Октябрьского района. Школа номер 97 Октябрьского района. На сцену приглашаются представители гимназии номер 37 Кировского района. Гимназии номер 47 Кировского района. Школа номер 125 Кировского района. Школа номер 145. Школа номер 146. Школа лицей номер 173 Ленинского района. Школа номер 69 Верх Исетского района. Школа номер 74 Верх Исетского района. Представители гимназии 202 Менталитет Верх Исетского района.
Школа номер 147 Железнодорожного района. Школа номер 149 Железнодорожного района. Школа номер 27 Орджоникидзевского района. Школа номер 107 Орджоникидзевского района. Мы также их награждаем почетной грамотой за проявленную волю к победе в военно-спортивной игре «Сильный духом», проводимой среди школ города Екатеринбурга, посвященной Дню защитнику Отечества. Школа номер 107. Школа номер 167. Особую благодарность я хочу сказать Кузьминой Ольге Васильевне, руководителю юнармейского отряда «Надежды России». Они являются победителями России, города, области. Ольга Васильевна, пройдите, пожалуйста, сюда еще раз. Ура, на них смотрит на самом деле вся Россия. Куда бы мы их ни приглашали, они всегда занимают первые места. Особая благодарность хочется сказать представителям муниципального бюджетного образования созвездия Орджоникидзевского района Решетниковой Екатерине Викторовне и Макаренко Оксане Валерьевне. Пожалуйста, представители, подойдите сюда. На сцену приглашается Числов Дмитрий Анатольевич, Уральский техникум «Рифей». Но, с вашего позволения, чтобы нам закрыть праздничный данный вечер, день, праздник, который будет продолжаться, и нужно подготовиться к остальным праздникам, с вашего позволения, знамена из-за вынести.